Привет, это Валя Монархплей, и мы продолжаем проходить Diablo 2 Lord of Destruction. Да, так что присаживайся, прилягивайся, прибакивайся, и мы продолжаем. Так, во-первых, Спутренный огнем нафиг не нужно, кольцо, ну, так нафиг не нужно, вообще можно продать, Свинем здесь яд нафиг не нужно, можно в принципе продать, это ладно, так быть лежи здесь. Какие бесполезные, я специально для вас выделил отдельную страницу. Для всех вот этих вот талисманов, вот этой всей фигни, короче, потому что их куча, и они бесполезные. Почему мне не падает амулет, блин, к навыкам? Скорость инзагня непонятно, что прикольно, но... Так, вот нас сюда. Что это? Урон огня. Спасибо, не надо. Не надо. Здоровье тоже не очень интересно. Сопротивление огню. И вот маленький можно взять, потому что... Ну хотя нет. Там больше сопротивления огню дается. Пропусти вообще бесполезный предмет. Полученного урона переносит нам. К силе тоже мало сейчас интересно. К силе и к сопротивлению холодно, ладно, оставим. К ловкости можно убрать. Здесь был маленький сопротивление огню. Вот его можно заменить. Сопротивление, ладно. Сопротивление интересная штука, ее можно копить. Остальное нам нафиг не надо. Никогда не встречается, но я смотрю эти предметы, где нужны... Да, ну, конечно. Люди созданы для того, чтобы его хранить в хронологическом кубе. Так, что там? Замечательно, но я не бью никого, поэтому мне в этом смысла ноль. Вроде распределили... А, стоп, нет. Надо денежку оставить там. Денежку оставить там. Так, отлично, да, замечательно. Да. Забери. Это так и быть можно оставить. Это надо скинуть. Что-нибудь классное. Скорость атаки, концентрация только для паладинов, возмездие только для паладинов. А, я уже думал, класс, скорость атаки. Быстрая атака. Кстати, а какая у тебя атака? Ну-ка, расскажи мне. Быстрая скорость. Ну давай посмотрим, мало ли что-нибудь хваленное на него лежит. Там и мы тогда возьмем и купим это. Но это не точно. Добрый вечер. Добрый. Давай проверим. Интересно, он будет быстрее бить? Мне просто тупо интересно, будет ли он быстрее бить. Я использую. Быстрее творить заклинание. Просто потаскаем вот так, если что, на 10%, но это, конечно, херня, и мы не почувствуем на 10%. Прям почувствовать надо, чтобы не 10 было 50, а 50. Ну, в целом, ладно, вот так вот просто сделаем. Так, все это готово, яма, погнали дальше. Зачем я сюда погнал? Не сюда мне надо вообще. Я же в деревеньке уже тусуюсь. Нужно базарку Расты подняться. Вообще вроде как он, блин, в одну сторону идти надо и все. И по-любому там будет базар. Я, правда, не знаю в какую, но точно в одну сторону. Только в одну сторону. Типа только вверх, например. Здорово, каратисты. Каратисты звучит угарно. Так, ну смотри, в одну сторону мы пришли, там нифига не было. В другую... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вольно-то как? Можно так убить, пожалуйста? Не того вызвал вообще. Отлично, святой городского портала нам понадобится. Почему их убили? Мне кажется, кстати, когда куча магов было, типа 6 на 4, было как будто бы эффективнее. Ну ладно, пофиг. Уфиг, у нас мягкий. Так, базар. Верующий. А вы все-таки живые. Вы что-то как-то сильно... Хорошо выживаете. Может, ему нужно на скорость творения заклинаний меч? Чё, да ладно, сразу так? Ну ладно, пофиг. Пускай так будет, сразу телепорт у нас, ничего страшного. Братистая, здорово. Макс, тут
молнии. Вот это уже, конечно, серьезный подход. Тайник в таком месте красивым. Тайник, в котором есть ни хрена, очень хороший тайник. Это сам от себя тайник тайником стал. Пойдите сюда. А, это просто к берегу спуститься можно. Окей, я тебя понял. Как бы эффективно убивают каких-нибудь толстых мобов, а не только когда наваливаются все вместе. Так, я бы сказал, что это не супер эффективно. Вау, я отбил его. Ты понимаешь, чем я отразил удар? Я удар отразил консервированной головой. Консервированной. Это больная голова. Золото, пофиг. А можно, пожалуйста, мне как-нибудь, типа, попасть куда-нибудь в более интересные места? Типа, куда нам нужно попасть? Подожди, я забыл. Миссия? Где задание? А чё их там так дофига? Ну-ка, маг, давай, покажи мне нахуй. Мага мы его убили. Смотри на них, а? Он их гидцы. Стой, подожди, мне нужно посмотреть, что там по заданию. Задание, список заданий Q. Отлично, так. Задание выполнено, отлично. Канализация под базаром Коза. Ага, нам канализация нужна здесь. Что-то нас постоянно заставляют канализацию покупаться. Мне кажется, что-то странно. Цестус. Зря восстановление. Сейчас все равно, по-моему, использовать не могу, кстати. Дальше меня побить. Опять тут толпа. Кстати, вполне вероятно, что у меня нет нормального предмета, которым я могу, типа, создать классного этого голема. И я, типа, возьму скилл голема, а толку не будет, потому что у меня нет оружия, которое можно вот классно создать. Канализация. Нам нужны канализации этого базара. Где они? Вот они. Он успел сказать, вот они и появились. DIY? DIY, он сказал. Так они вот почему, они такие верующие. Они в DIY верят. Это дурацкое название. DIY. Вот оно. Это же нужная мне канализация, надеюсь. А не просто так. А это там первая встречная, поперечная. Опять эти дурачки. Все, я оставлю здесь. Высококачественная голова зомби. Повышает прочность, ничего интересного. Да, до свидания. Да, с тесными местами, конечно, это прям круто в кавычках тут все делать. Но ладно, что как есть, так есть. Элла, можно мне сундук, пожалуйста? Как в сундук попасть? Класс. Лук, список идентификации, сбалансированный топор. Давай посмотрим, что нам там попалось. Ничего интересного. А, тут мы пройти не можем. Класс, супер, спасибо большое. Очень интересное местечко, однако же. Это ваша канализация? Странно, они строили канализацию. Походу, они не собирались, чтобы люди в этой канализации ходили. Они думали, что тут как-нибудь, ну, так. Как получится.
Не-не-не, сейчас наголяют. Сейчас наголяют люлей. Сейчас наголяют люлей. Сейчас наголяют люлей. Все, все, сейчас наголяют люлей. Сейчас наголяют люлей. Нет, не наголяли. Повезло, просто повезло. Просто фартануло. Просто фартануло. Я тебе говорю. Иначе мне давно было бы кранты уже. Нас как бы отсюда разобьют маги, чё? Но мне зачем к вам подходить? Я вообще надо ли нам туда идти? Так, стой, у меня эликсирчики жизни-то хоть есть? Хотя бы один. Ну, два. Просто класс. Вообще, я подготовленный человек. Надо начать собирать эликсирчики жизни. Видимо, я настолько перестал их пользоваться, что даже перестал их собирать. А чё, канализация такая огромная? Ну, верхний курас это здорово, но мне как бы, типа, не туда. Ну, типа, в этих канализациях еще найти надо что-то. Так-то, между прочим. Дайте, пожалуйста, эликсирчик жизни, будьте добры. Жесть, тут не канализация, а лабиринт. Куда здесь надо попасть вообще? Где, по-твоему, здесь может быть место, где нужны нам предметы храниться? Одному богу, блин, известно. Отлично, когда отсюда и загасимся. Идеально, значит, станем. Что-то там хотят все. Что происходит вообще? Что, того они собираются убивать? Что-то случилось, все скелеты живы были, отлично. Хотя бы что-то радостное. Я так понимаю, что не в этих совершенно канализациях находится то, что мне нужно. Потому что это не есть канализации, которые нас интересуют. Логика моего разговора, всем понятно. Самое смешное, что мы сейчас походу тащим только за счет помощника. Мне было помощником, а тут не тащили вообще ничего. Ну ладно, давай разведаем уже до конца, раз мы здесь, типа. Может, тут где-то есть этот сундук, который меня интересует. Ну что-то я мало в это верю. Так, ну здесь явно его нету. Здесь тоже не похоже, чтоб он был, да? А здесь куда? На базар Кураста обратно. Офигеть. Ну значит это точно здесь. То есть одни слепотнулись туда, другие сюда. Я, наверное, это придумали, пацаны. Костяной жезл зеленый. Чего? Что-то новенькое. Это что-то новенькое. Неужели что-то на меня выпало? Я уже думал, что такого никогда в жизни не произойдет. Ой-ой, у нас скелетов не осталось. Не этих других. А нахрена?
такая огромная канализация просто. А, она под всем базаром сделана. Логично, логично. Не, быстрее, кстати, он бьет реально. Так что есть смысл ему оружие на скорость удара. Как будто реально у него урон зависит от этого. От оружия. И урон непосредственно, и скорость удара. А, вот он сундук, да? Или мне кажется? Что за рычаг канализации? Спуск в канализацию. Понятно, понятно. Ну пойдем, ладно, пойдем. А, вот и сундук. Отлично. И никто его не охраняет, серьезно? Прям так просто? Интересно. Или черный зверь, кстати, нам вообще-то нужно. Взрывающее зелье нам не нужно. Просто посмотрю, что есть. Золотишечка. Лечебное же. Лечебное нам нужно. Так, окей, значит, мы, в принципе, можем спокойно выходить в верхний кураст. Где он там у нас был? Где-то дохрена далеко был. Вход в хер... Ой, ёшки. Очень дохрена далеко. Ну ладно, чё, дойдем. Там дойдем до верхнего краста, там найдем, короче, телепорт, и уже оттуда, соответственно... Это, вау. И уже оттуда то телепортнемся тогда в город. И сдадим задание. Офигеть, как запарно тут идти. Что-то выпало. А, это бронька выпала. Я уже забываю, как что звучит. Удачи вам там плюсоваться. Нас это мало интересует. Возможно, через базар проход был и без, ну, без входа, без в канализацию, но нам как бы что? Дожди. Стоп. А, не, все верно, да, я вышел, так не надо, вот оно. Этого телепорта я не брал еще. Так, отлично. Здравствуй. И новая история тебя. Мы тоже тебя, давай. А вот сердце Халима. И оно все еще исполнено храбрости, чтобы предстать перед Мефистофелем. Помести его в куб Харадриков вместе с остальными предметами Халима. Глазом, цепом и мозгом. Идентификация предметов, пожалуйста. И так, что добрый там? День. Ну давай, покажи мне, что это за зеленый этот. 25-й. Суеверие Сандора, костяной жезл. Скорость твоего заклинания. Повышенный урон. Дополнительный урон от холода. 3 шанса походить. Что? Так это же херня! Ну, типа, ты видишь, какие там, блин, ловко эти. Ты. Херня. Мне гораздо больше дают дополнительные скиллы, чем что-то такое. Так, это сюда. Это сюдой. Это сюдой. Так, глаз, мозг, сердце есть. Надо их как-то вместе все поставить, чтобы они не мешались мне тут. Нафиг. А, и все? И все? И все? Так, ладно, а это нам не интересно, нам интересно верхний кураст. Что за задание-то?
Найдите Халима в Травникале. Остерегайтесь высшего совета. Ну, понятно. Логично, что нужно остерегаться тут всего и вся. Вообще всех просто абсолютно. Ага, вот оно, куда-то вход. Куда-то там вход. Еще охрана не будет? Лестница. Забытую гробницу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А вы что такие дерзкие? Допустим. А, добрый день. Здравствуйте. Потанцуем. Интересно, скелеты будут выживать? Но по ощущениям он на 10% быстрее их закидывает своими заклинаниями, но это не точно. О, зелень. Ну и да. Необычный, по крайней мере. Видно, что он всех замораживает. Просто всех окружает, он всех замораживает, и мы всех закидываем. Просто супер. Золото, золото. Дай, пожалуйста, золото взять. Сабли, ну давай возьмем. Давай, лечебное большое, большое лечебное. И у нас full house, да? Окей. Ну это просто пещера, я так понимаю, без каких-либо закосов на то, что через нее можно куда-то там дальше пройти или еще там что-то сделать. Просто в конце будет нагляда. И это все? И это все. И это все, ради чего мы сюда заходили. Спасибо большое. Че я там большой шлем взял? С гнездами 1.30 фигня. It's a фигня. Ну, главное, что мы типа чуть-чуть качнулись и зачистили локо. В остальном, ладно, пофиг. Ну давай искать, что тут, кого тут, куда тут. Вот он проход дальше, мне кажется. Тут что, типа в любую можно зайти? Тут куча пещер, что ли, или что? Зачем это все? Вау, эти скосы уже фанатики. Очень похоже на оригинал. Забытый храм. Блин, офигенно вообще. Он всех заморозил, я не хочу. Подучи там жесткие. Кто здесь? Лодская лучница. Лодская. Название very original. Блин, ну пока что скелеты живут нормально. Так, сабля, интересно, что там? И вот мне что интересно, саблю ты одеть можешь? А, саблю можешь, отлично, замечательно. Просто нужно понимать, какие он может предметы одевать. Здесь ни хрена, понятно. А здесь, здравствуйте, будьте добры, нифига. Развалили скелета. Молодец, что чувствуешь себя сильнее, мы очень рады. Мы все ждем, когда ты, мне кажется, сможешь поменять очень здоровское заклинание. И все это ради чего? А, вон два сундучка есть. Кого-то там убивают, я же не вижу кого. Ауч. Блин, что нам надо? Ай-ай, кто там? Там кто-то жесткий.
Рогатый шлем. Так, зелье лечения у меня есть? Есть. Скоро уровень. Надеюсь, мы сегодня успеем уровень добить, потому что тогда было бы очень здорово. Потому что тогда мы успеем взять голема. Соответственно, с големом там тоже такая игра начинается, то что типа нельзя умирать. С големом придется, если начинается какая-то фигня, сразу выходить из игры. А я этого сделать не могу, поэтому не будем такой херней стрелять. Ай-яй-яй, не надо меня бить. Мост Кураст, отлично. Так, что-то удобно все убивать. Надо признаться вам честно. Сейчас в два раза больше урона будет там по вам пролазить. Реально еле-еле, смотри. Мак, может, ты пройдешь? Типа? Офигенно. Это кто сделал? Ты, что ли? Еще одно залезло. Так, я тебя понял, отлично, что здесь... Тут везде, короче, я так понимаю, эти разрушенные святилища. Одни разрушенные святилища везде. Опс, здравствуйте. Вот сейчас, короче, нам кранты, потому что эти чуваки начнут просто моментально всех разруливать. А, ну, правда, видишь, он замораживает, я ничего этого не действует. А... Давайте уже добейте, дайте мне уровень наконец-то. Отлично. Я что-то вкачал, да? Блинский. Мне просто два уровня надо. Вот этого голема, конечно, урон просто ноль. Голем все. Ладно, тогда знаешь, что мы сделаем? Сейчас мы сделаем очень классно, по-хитрому. Мы сделаем так. Типа, добрый вечер, здравствуйте, до свидания. Тут быстренько перекачаем нафиг все умения. Берем, соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 этих скелета все-таки. Семь этих. И вот как мы тогда делаем? 7. Блин, я одного не накачал. Четыре, восемь. Сейчас у них урон 6-7. Ну давай вот так вот, 8 пускай их будет. Так, скелет этот. Бонус защиты 100. Так, 100 урона возвращается. Тра-та-та. Свойства предмета. Ну давай попробуем. Давай-то станем, что это у нас будет, кого ты в итоге получишь из него. Есть у нас такая штука, урона, конечно, не дофига. Но, в принципе, нормально, только для варваров. Ладно, сейчас сделаем так. Дай пройти, пожалуйста. Что ты такое? Прогрессируешь, друг мой. Что я сделал? Твоя смелость и отвага вдохновляют всех нас. Но теперь пришло время расплатиться по счетам со злом, который душит нашу землю. Тебе следует уничтожить высокий совет Закарума. Давным-давно эти старейшины начали служить Мефистофелю, владыке ненависти, который заточен под охраняющей башней. В течение поколений эти благочестивые люди постепенно поддавались разлагающему влиянию силы Мефистофеля, и совет ныне всего лишь злая пародия на то, что он представлял собой раньше. Это все ненависть Мефистофеля. Вот та сила, которая превратила набожных последователей Закарума в злобных фанатиков. Вот почему тебе нужно пробраться в город храмов Тратвинкал и уничтожить совет.
Как только они исчезнут, влияние Мефистофеля на эту землю ослабеет. Его силы будут... Ну, понятно, Диабло и Ваал, конечно, уже нашли храмовый город. Они хотят освободить их брата Мефистофеля, который был заключен древним Харадримом в башне стражи в храме. Тебе нужно найти его раньше, чем они найдут его, и воспрепятствовать приходу ненавидящего в мир. Так, отлично. Забери, пожалуйста. И, в принципе, это можешь забрать, и это можешь забрать. Что-нибудь дельное? Нет, да? Не надо тебе ничего дельного мне продавать. Так. Кровоголем Марил интересует, кровоголем жизнят вот нет. Нет, не очень интересно. Нет. Нет, что дополнительное... Нифига, 1.92 урона молнии. Нет. Догадаю, защита цели неплохо, конечно. Значит, вроде как, делалось там все с костяным, с этим големом так. Брался вот этот вот. Выкидывался вот так. Брался... Голем. И создавался из предмета. Типа как-то так. А что он делает еще? Что-то не понял. А, 165 урона возвращается. Урон из шипов. Ну так-то, в принципе, если в него воткнуть какой-нибудь офигенный доспех, который даст ему восстановление жизни... Какой офигенный доспех? О чем я говорю? Типа, у нас не будет возможности дать ему офигенный доспех, просто банально потому, что... Мы не докачаемся до таких, по-моему, уровней. Ну, только если что-то прям офигенно выпадет, с офигенной регенерацией, вот из этого создать, тогда да, прикольно. Ладненько, что ж, на этом, думаю, на сегодня закончим. Спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, вступай в группу в Дискорде, ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, и, конечно же, подписывайся на канал и следи за продолжением. Пока-пока.